two, one, lock and load. Я на контейнере. Я на контейнере. Blue team takes the lead. С1, один дом, короче. Еще дом, тип. Это я заряжаюсь. В РПГ тип минус 75. Blue team takes the lead. Я убил. Я не могу убивать. Blue team takes the lead. Забери, там КД сейчас пройдет. На РПГ. Red team takes the lead. О, в РПГ биты. После поляны ушел битый в говно. Трое, да, блин. Вышел поляна. Оба поляна. РПГ центр. А чё, Язава, это криптонит Шекли? Идёт танк. Понял, понял. Я заберу РПГ. На танке подбирает. На кубах. Да, это что было? Вот как он так... Да, ракета звезда.
гараже труба. Забрали. Мы вместе добьем, мы вместе добьем спорт на танке. Найс. Не жду ракеты. Бля, вы можете кто-то второй со мной в зоне стоять, пожалуйста? Бля, она очень битый в говно. Мидл. Я заберу РПГ. Все, у них нет РПГшника, это тот тип. Апсы. Биты, блин. Слушай, ну кстати, реально апсы же. Хорош. Дом это спайпер. Ну понятно, что это дом, ну блядь. Пелос. Team takes the lead. А ты играл с ним когда-нибудь? С Hunters. Skiller Monkey, там вот этот Raven, Black Raven. Че, они реально жесткие были? Ну, с поправкой там на мониторы, интернет и так далее. Понятно. Ну вот, когда я вот только учился, ну как я и не научился, ну типа, если, короче, да, вот так скажем, я вот только вот учился вообще всему, я смотрел их демки, кстати. И Lost Village, да, я смотрел, как они играют, круто играли, серьезно, круто. На ну, понятно, стреляли гораздо хуже, но хорошо играли все равно. Он мид пошел. Я забрал РПД.
Red team takes the lead. Да, кстати, Lost Village именно прикольно тем, что ее слушать можно. Она хорошо слушается. О! На контейнере. На контейнере. Отрасту еще. Если бы, короче, Шекли говорил по-испански, это была бы заруба латино. Бля, Сворд, ну ты можешь РПГ писать? Ну пожалуйста, ну перестань. RPG low. Красных, по-моему, первая инфа проскочила сейчас. Говорит, типа, лоу на РПГ, все. А Дюд Латинос тоже, да? А, ну да, нормально. Еще один РПГ. Я думаю, что синие выиграют. Нет, да, бред еще держится неплохо.
Просто нужно, чтобы один стал балкон, один РПГ, блядь, и все, и третий игрок просто играл по карте. Они просто бегали, нужно, блядь, чтобы Сворд меньше умирал, по-моему, и синие выиграли все. Ой, ладно. Ну все, сдался, не, проебали. Да, нет, самое то, не рано. Минус 75 мозг. Пиздец. Заберите РПГ на контейнере. Набрали один. Добей его, пожалуйста. Да, там было пипец весело. Там особенно не пиздел на всех, короче, он не знал, что толк был один. Он на шоу говорит: хуйло эстонское, блядь, заебал, блядь. Да, красавчик, братан. Надо было в казино идти, ты всю свою удачу просрал здесь.
Ha 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 ha!